Сейчас мы зайдем на балкон, и вы увидите, что он сидит вот здесь в уголочке. Привет! Ты уже здесь сидишь, да? Ты уже здесь сидишь? Ты уже не убегаешь? Ой, ты, боже мой! Нельзя пока. Пока нельзя туда. Покажи свои глазки. Ну-ка, покажи свои глазки. Какие у нас глазки? Покажи. Ну-ка, покажи. Покажи мордочку, ути, боже мой. Ути-ути-пути. Ути-ути-ути. Глазки уже намного лучше. Солнышко светит, да? Солнышко тебе светит. Вот я тебе загородила, солнышко. Что там интересного? Ой, что там интересного? Поехали. Пойдем делать укольчик. Укольчик надо делать. Укольчик надо делать. Укольчик надо делать. Пойдем. Иди садись. Ой, Господи. Давай садись туда. Так, сейчас будем что-то делать тут. Как ее делать? Ты помнишь, как ее делать? Нет? Вот так делается, да? Вот. По-моему, так. По-моему, так. Сиди пока там. Там пока сиди. Ладно? Ты кушаешь? Молочко кушаешь, да? Кушай, кушай. Кушай, молочко, кушай. С творожком. Молочко с творожком, да? Вкусно. Да, уже не боится. Кушай. Ты умняш? Кушай, кушай, кушай. Там вкусный творожок есть. Бери его скорее. Ням-ням-ням. Теплое молочко. Тишка. Тишка, ты где? Тишка. Зимой. С веревочками играет. Тише. О, все, разнюхал, что можно играть. Ой, как интересно. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты. Ой, не могу. Смотрите, пожалуйста, у нас сейчас картина маслом. Вот наш котик отдыхает. Вся подстилочка в кучу. Наверное, он играл с игрушкой. Так, кокулю аккуратно выложил. Сегодня утром, кстати, он уже успел попить молочко.
поиграть вот с этим туннельчиком. А потом я ушла, и, видимо, он уже разыгравшись, играл с игрушечкой. Вот он с ней лежит рядышком. Вот. Покекал и отдыхает. Ну, то есть он адаптируется. Сейчас вот его берешь в руки, и он сразу начинает мурлыкать. Его несколько раз мы брали. Да, несколько раз мы его брали на руки. Только он... без полотенца. И он каждый раз мурлыкает. Вот. Нам осталось сделать 2 укольчика. Вот. Сейчас блошек намного меньше, да? По крайней мере, они уже не прыгают по подстилке. Да. Их вообще... Помнишь, сколько блох на лице было? Да, их уже не видно. Какие? Но они есть. Они есть, потому что я вижу, что от них вот эти падают как ули в виде песка черного. Я когда его тоже брал, смотрел его там, у него тоже немножко такие черные штуки. Но уже намного меньше. То есть, если перед этим блохи даже прыгали по подстилке, то сейчас он имеет возможность вот отдыхать и отсыпаться как следует, потому что его уже, я думаю, раз в 500, наверное, меньше кусают. Да, но потом мы его еще помоем. Помоем его, да, через... или послезавтра помоем его. Сразу, как укольчики закончатся, мы его помоем. Mm-hmm. Вот такой у нас котеночек. Лежит, отдыхает. Он уже нас не боится, уже не прячется. Когда мы к нему приходим... Он наоборот хочет сюда уже. Да, он наоборот просит. Я вчера чуть-чуть его не выпустил случайно. Я когда выходил, он такой сидел, смотрел, быстро. И он просится забежать в дом, но мы пока его не пускаем, потому что он у нас на карантине. Вот. Так что все у него хорошо. Все-таки есть еще больше. Вот Тишка чем занимается. Ой, передвинул свой туннельчик. Смотрит на меня сейчас. Тиша. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Я ему приготовила молочко. Ну, вот он, наверное, уже кушать хочет сейчас. Тишка, ты когда успел убежать? Тишечка, иди кушать. Тиша. Иди, Тиш.
Тише, молочко. Тише. Молочко, на. Будешь? Кушай давай. Кушай, кушай молочко. Да, это игрушки твои. Потом ты еще будешь играть, да? Еще поиграешь? Конечно. Так, кушай. Ну, кушай, кушай.